Узловая больница на станции Карачаева возобновила диспансеризацию взрослого населения. Согласно рекомендациям Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, там будут не только лечить, но и заниматься диагностикой. Жителям района для обследования теперь не придется ездить в центральную городскую больницу. Новоренгойские пожарные спасли двух человек из полыхающего строения. Сообщение о том, что горит двухквартирный дом в СМП 700, поступило на пульт дежурного накануне около 11 часов дня. Прибывшие на место сотрудники новоренгойского гарнизона в ходе разведки в объятой огнем квартире никого не обнаружили. Но в соседней они нашли двоих жильцов. Здоровью спасенных мужчины и женщины ничего не угрожает. Транспортные полицейские в аэропорту поселка Сабетта задержали преступника. Мужчина 7 лет находился в федеральном розыске за причинение умышленного вреда здоровью. Уроженец Башкирии прилетел в Сабетту для работы вахтовым методом.